Давайте же это все попробуем, ребятки. Как получилось на вкус. Курочка просто изумительная. С хлебушком таким. Картошечка. Просто бомбичка получается. С халапешкой. Остренькой. И будет просто шедеврально. Давайте приготовим сегодня вкусненько куриные ножки, ребятки. Вот такие вот. Делаем маринад. Добавляем 100 грамм майонеза. Пару столовых ложек соевого соуса. Горчичку вот такую вот, остренькую, русскую. 1 чайную ложку. Аджику грузинскую. 2 полные чайные ложки. Сок лимона. В количестве где-то вот от 2 вот таких вот долек. Выжимаем. Берем вот такую вот приправку Кнор для курицы с чесночком. И где-то 1 столовую ложку. Еще отдельно добавлю чеснок сухой. Тоже где-то даже не полную, 1/2 столовой ложки будет достаточно. На такое количество куриных ножек нужно будет добавить где-то 1/2 столовой ложки соли. И всю вот эту массу, вот этот вот маринад, добавив сюда еще 2 ложечек растительного масла, хорошенечко перемешиваем. Как перемешали, отправляем сюда куриные ножки. И делаем каждой ножке вот такой вот массаж. Хорошенечко каждую нужно помять, обмазать. Картошку немного подсолим. И отправляем туда же наши курочки. Хорошенечко перемешаем. Обмажем нашу картошечку маринадом от курицы. Замечательно будет. Отправляем все это дело на противень. Так, все это дело как-то вот так логически. Вот так можно, если не помещается. Вот так. Раскладываем на противне, друзья мои. Так, духовку мы предварительно нагрели. Сейчас выставляем 180 градусов, режим конвекции. И отправляем нашу курочку с картошечкой. 40 минут. Будем готовить, пока не приготовим. Друзья мои, у нас уже 40 минут точно прошло. Уф. Посмотрим, что здесь у нас происходит. Все. 100% готовность. Надо все это снимать. Все это у нас готово. Все это снимаем. Сейчас у нас с духовки. И будем это все кушать. Вот такая у нас получилась, ребятки, красота. 100% вкуснота. Вот такая у нас вкусняшка получилась в итоге. С таким вот хлебушком. Очень вкусным. Берите. Кому хлебушек нужно? С халапешкой остренькой, с оленями. Еще лучок. Вот так люблю с лучком сверху. Посыпать еще. Еще чуть-чуть. Хлебушек реально очень вкусный. Вот такой вот. Вот возьмем, попробуй. Очень вкусный. Приятного аппетита, детишки. Спасибо. Давайте же это все попробуем, ребятки. Как получилось на вкус. Курочка просто изумительная. С хлебушком таким. Картошечка. Такая вот замечательная курочка. Снаружи прожаренная. А внутри очень мягенькая и сочная.
Просто бомбичка получается. С халапешкой. Остренькой. Папа, дай мне одну попробовать. Попробую. Просто очень вкусно получается, ребятки. Готовьте, как я. Готовьте, как мы. И будет просто шедеврально.